нужны новые штаны, но у меня нет денег. Пожалуйста, пожертвуйте мне. Шаловливая девочка. В стрельбе по мишеням хотите посоревноваться? У меня для вас есть отличная идея. Один быстрый удар, и босс будет очень доволен. Проверь данные на компьютере, если тебе это интересно.
Это оружие такое мощное. Тебе так не кажется?
нас большие неприятности. Мендоза решил засесть на острове, поэтому тебе нужно достать его там. И сделать это сейчас же. Отправляйся туда, найди его и убей этого сукиного сына раз и навсегда. Послушай, Рика, у нас тут действительно проблемы, поэтому я тебя предупреждаю, что на этом острове полно врагов. Сейчас же отправляйся во дворец. Президент, наверное, отдыхает. Или бог его знает, чем он там занимается. Пойди и вниз. Мне нужна подмога. Убейте этого ублюдка. Прикрывайте меня, солдат. Цель замечена.
Мендоза что-то замышляет. Он передает какой-то радиосигнал. Это, наверное, какой-то отсчет. Его надо остановить. Стоять на месте! Схватить их, схватить! Прикрывай задницу, солдат. Нам нужна помощь.
Быстрите, быстро! Огонь, убейте его! Там... Двигайтесь.
приехал, убейте его! На побережье. У нас там для тебя неплохой подарок. Быстро в укрытие, быстро! Дьеха, убейте его! Эй, ты принес? Она вся твоя. Специально запущена только для этой вечеринки. Она несет все развлечения, которые можно представить. Эти ракеты уничтожат планы множества людей. Запустить Гигунда-войну в Латинской Америке. Отправляйся и захватите ракеты! Предупреждаю, черная рука у тебя на хвосте. Похоже, им повезло использовать реактивы на местном уровне. Мы насчитали, как бандитовое число растет.
осталась одна и получишь сигару. Отлично, ракеты готовы. Как только она уйдет, у тебя будет больше проблем во Флориде. Ну, не то чтобы их не было. Точно, и не забывай о положении пожилых граждан во Флориде. Старушки будут испытывать проблемы, скрываясь от тебя. Настало время немного прибраться, покружи вокруг в новом направлении. Я передам тебе предупреждение. Направляется к Монтане, Рика. Ты знаешь, где это? Она на президентском самолете. Но ты не можешь его сбить. О нет, нам нужен позитивный сигнал, Рика. Тебе придется пробраться на борт этой штуки и прикончить его. Единственный способ попасть на самолет, Рико, это запрыгнуть на него.
Медуза направляется к Монтане, Рика. Ты знаешь, где это? Она на президентском самолете. Но ты не можешь его сбить. О нет, нам нужен позитивный сигнал, Рика. Тебе придется пробраться на борт этой штуки и прикончить его. Единственный способ попасть на самолет, Рико, это запрыгнуть на него. Направляется к Монтане, Рика. Ты знаешь, где это? Она на президентском самолете. Но ты не можешь его сбить. О нет, нам нужен позитивный сигнал, Рика. Тебе придется пробраться на борт этой штуки и прикончить его. Единственный способ попасть на самолет, Рико, это запрыгнуть на него. Отлично, Рика. Теперь нужно позаботиться о лучших воинах Черной Руки. Вниз!
Сеньор, я должен вас предупредить. Я уже имел возможность наблюдать за их демонстрацией силы. И это чудовищная сила. Знаешь, именно этим и старается при каждом удобном случае пользоваться президент. Но вот почему на выборах не могут победить хорошие ребята? Уэль, президента больше мозгов, чем мы думали. Тебе придется нацепить ему на задницу прилично взрывчатки, чтобы подорвать его эго. Свежий воздух. Откройте пространство. Такое каждому понравится. Видишь, что случается, если меня разозлить? Вот это бедлам. Но Эль-Президент всегда хотел стать неотъемлемой частью своей страны. А теперь в ней повсюду его маленькие кусочки. Их может вымыть на берег в каждой стороне Сан-Эспирита. И счастливая концовка для всех.
Стоять на месте! Эй, кто-нибудь? Что? Где?